В Омске 4-летнего мальчика чуть было не накрыло снежной лавиной. Ребенок получил ушибы, ему потребовалась медицинская помощь. Как пояснили в областной прокуратуре, вечером мама с ребенком прогуливались возле многоэтажки на улице Пригородная, 5, когда в непосредственной близости от них с крыши дома упала глыба снега. Женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила их в больницу. После оказания помощи женщину с сыном отпустили домой. Обслуживанием объекта занимается товарищество собственников жилья «Заря». Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. По мнению органов следствия, работники этой компании ненадлежащим образом выполняли свои обязанности по уборке снега и наледи с крыши многоэтажного жилого дома, что и привело к таким последствиям. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.